Итак, уважаемые друзья, сегодня мы с вами познакомимся с одним из очень интересных, к сожалению, на сегодняшний момент практически забытых в нашей тульском краеведении тем о таком историческом событии, как Ивановский канал. Надо сказать, что это одно из немногих событий в истории нашего Тульского края, которое напрямую связывает нашу Тульскую землю с нашей глобальной всероссийской политикой, когда действительно наша Тульская земля играла важнейшую роль в событиях начала и первой половины 18 века. И действительно, наш Тульский Дон, наша АК действительно мелькали на страницах архивных документов очень часто и были напрямую связаны с деятельностью нашего великого преобразователя России Петра I. Итак, начнем с предыстории. Дело все в том, что, как бы хорошо нам известно из истории, что одним из первых внешнеполитических важнейших актов Петра Великого, это было, так сказать, южный вектор его внешней политики, это выход к Черному морю. Именно, так сказать, начиная, Петр I решил свои, так сказать, расширение границ Российской империи того периода времени, конца 17 века, именно, так сказать, выйти впервые на международные коммуникации, начать международную торговлю, он решил именно с южных берегов и начал, прежде всего с турецкой крепости Азов. Хорошо нам известно, что первый поход в армии Петра I на Азов окончился бесславно в 1695 году. Причины этой неудачи были на поверхности. Было понятно, что без флота крепость в устье Дона, на берегу, недалеко от Азовского моря, ну, можно сказать, уже в самом лимане, Донском лимане, взять без флота было невозможно. Поэтому в срочном порядке на реке Воронеж, около пограничного города Воронеж, начинает строиться знаменитая Воронежская флотилия, которая стала прародительницей нашего Черноморского военного флота. Однако, если мы с вами посмотрим на карту, которая тогда, на карту той российского государства того времени, то мы видим, что с вами Воронеж находится на самом пограничье, собственно говоря, на окраине русского государства. Да, там были прекрасные природные ресурсы в виде огромного количества лесных массивов, хорошей корабельной древесины, прежде всего дубом. Это был хороший, удобный спуск к воде, поскольку река Воронеж была судоходной в этой части, и она впадала в Дон, то есть был прямой, так сказать, путь на Азов и на Азовское море. Но был большой очень недостаток. Дело все в том, что действительно Азов находился на пограничье, на русском пограничье. Поэтому все корабельные припасы, то есть все, так сказать, корабельная амуниция, необходимые пушки, необходимая корабельная снасть, то есть все, что необходимо было связано с промышленным фабричным производством, все это везли из промышленного центра, из Москвы. Более 300, почти 400 верст по бездорожью, по плохим русским дорогам, обозами. Все необходимые припасы везли в Воронеж. Это было крайне утомительно, крайне затратно, крайне долго. Поэтому, естественно, Петр и его окружение искали способы, как бы эту дорогу облегчить, упростить, удешевить. Ну и, естественно, вот тогда возникла именно тогда проблема того, чтобы действительно нужно соединить между собой Дон, на котором стоит город Воронеж и находятся Воронежские флотилии, и реку Волгу, которая соединяла центральные, проходила по всем центральным районам, промышленным районам России. Первой такой попыткой стала, ну, прообраз будущего Волго-Донского канала, там, где, так сказать, Ака и Волга сходятся между собой. Решили прорыть канал сначала там. Строительство канала началось в 1697 году, руководили им англичане и голландцы, но поскольку вот там, где протекала речка Камышинка и Ловля, это опять-таки была еще более глухая провинция и пограничье по отношению к промышленным центрам Русской империи, это были малолюдные территории, поэтому этот, так сказать, проект закончился крахом. Хотя было сделано достаточно много, видите, до сих пор сохранилось
Вот, видите, сказать, достаточно мощным прорыв был канал. Но тем не менее, этот канал в 1701 году забросили. Но Петр I с его кипучей натурой, так сказать, тут же переключился на другой проект. Постоянное путешествие между Москвой и Воронежем. Кто-то из его путешественников, мы, к сожалению, не знаем, кто, так сказать, кто подсказал эту идею Петру Первому. Тем не менее, как показывают и документы, и наши, так сказать, исследования, скорее всего, так сказать, на рубеже 1700-1701 годов Петр I, так сказать, поехал не через Тулу и Серпухов, как он обычно ездил на Воронеж, старинной почтовой дорогой того времени, а взял восточнее и посетил окрестности Иван-Озера, нашего знаменитого Иван-Озера, с которого вытекает река Шат, вытекает река Дон, где действительно, так сказать, сама природа соединила между собой через Шат-Упу, так сказать, Аку и Волгу с другой стороны, и Верхний Дон с другой стороны. Но во многом о судьбе этого канала и его строительстве мы узнаем из путевых заметок и других изданных произведений вице-адмирала Корнелия Крюшца, который был одним из соратников Петра I. Вот как бы, сказать, одна из гравюр, раскрашенных того периода времени, рассказывает нам, как строились подобные сооружения в то время на территории России. Опять-таки, еще раз повторяю, что как бы основное предназначение канала — это было связать промышленные, так сказать, районы России. Ну, к сожалению, там плохо видно, но тем не менее, вот как бы понятно, где у нас Москва, да, вот по Москве-реке она впадает в Москву-реку, с другой стороны течет сама река Волга, и вот здесь Ака впадает в Волгу около города Коломны. Вот желтеньким показан отрезок, который нужно было построить, нужно было его, так сказать, углубить, расширить, с тем, чтобы между Упой и Доном могли пройти суда. Таким образом, замысел, вот этот замысел, технический, гидротехнический замысел, можно было исполнить. Поэтому, соответственно, поскольку это был действительно важнейший для того периода времени и, так сказать, экономики, политики проект, то Петр I лично сам, опять-таки повторяю, побывал в окрестностях Иван-Озера, и по сообщению того же Корнелия Крюшца, он лично исследовал в районе Иван-Озера почвы, местность, делал математические прикидки и расчеты, и он загорелся идеей действительно, так сказать, через Иван-Озеро, через Шат, через Упу и Верховье Дона соединить Волгу и Дон. Итак, в 701 году это решение было принято. До нашего времени не сохранился указ Петра I, связанного с началом строительства этого Ивановского канала, как его там называли в истории в последующем. Тем не менее, в 701 году именной указ получил один из ближайших сподвижников Петра I на тот период времени, князь Матвей Петрович Гагарин, который стал на долгие десятилетия директором строительства этого канала. И первые несколько лет, начиная с 1701 года, Матвей Петрович находился неотлучно в деревне Иван-Озеро, непосредственно в самом Иван-Озере, лично руководя строительством Ивановского канала. Ну, вот перед нами замысел, который в общем смысле раскрывает сам этот гидротехнический проект. Вот само строительство этого гидротехнического сооружения начиналось шлюзом около Криволучинского моста непосредственно на территории самого города Тулы. Затем предполагалось, значит, что судоходный путь будет проложен по Упе до слияния с Шатом, по реке Шат. Значит, по Упе это было 12 верст, по Шату это было 80 верст по течению Шата. И, так сказать, вот, к сожалению, ныне скрытое под водами Шатского водохранилища Иван-Озеро, которое находилось вот на этой территории. А дальше из Иван-Озера вытекал Дон, который дальше уже непосредственно был на юг. И последняя точка приложения усилий по реализации этого гидротехнического проекта была деревня Гаи. Это уже был рубеж тогда Рязанской и Тульской губерний.
Но надо сказать о том, что поскольку Петр I сказал о том, что он намеревается в ближайшее время посетить строительство Ивановских шлюзов, Ивановского канала, то, так сказать, работы велись первое время и зимой, и летом. Было собрано огромное количество людей на тот период времени. То есть вот в этот период времени число работающих людей на этих земляных работах достигало порядка 20 тысяч работных людей, которые сгоняли из крепостных крестьян. И, как говорят источники, и в этот период времени, и позднее, в строительстве Ивановского канала принимали и пленные шведы. Надо сказать о том, что насколько Петр I придавал значение этому проекту, говорит о том, что в качестве одного из своих замыслов поручил Матвею Петровичу Гагарину, во-первых, построить дорогу, которая бы прошла бы от Москвы через озеро дальше на Воронеж. Эта дорога как бы была затеяна в европейских традициях, то есть она была как бы по воспоминанию современников, эта дорога имела путевые, так сказать, межевые столбы, верстовые, по европейской традиции. Эта дорога была обсажена деревьями, и Петр I любил ездить по этой дороге, так сказать, показывать ее европейцам, как бы пока с гордостью утверждая, что как бы и в России появляются как бы современные путевые дороги, которые позволяют с комфортом двигаться по этой территории. Помимо того, надо сказать о том, что Петр I попросил Гагарина на протяжении всего этого пути из Москвы до Воронежа построить 33 путевых дворца, так называемых кабака. Несмотря на то, что позднее кабак — это было слово, которое обозначало прежде всего питейное заведение, но вот в документации, относящейся к времени Петра I, кабаком именно называли вот эти путевые дворцы Петра I. И в 1701 году такой путевой дворец возник около деревни Иванозеро, на территории деревни Иванозеро. Поскольку сохранилось хорошо описание с указанием размеров, нам удалось на сегодняшний момент сделать научную реконструкцию такого путевого дворца, который стоял в нескольких срубов, связанных между собой под одной крышей с двумя голландскими печами. Вот, к сожалению, пока, естественно, это было бревенчатое деревянное сооружение. И надо сказать о том, что, ну, конечно, оно не сохранилось, хотя при описании остатков Ивановского канала 1740-х годов это здание еще, хотя и с обваленными уже двумя стенами, пока еще существовало, но до наших дней практически не дожило. К сожалению, исследования наши на берегах Иванозера не удалось дойти даже тех муравленных изразцов, которые были сложены, те голландские печи, которыми отапливалось это помещение. Надо сказать о том, что на протяжении всего этого путевого хода от Воронежа до Москвы, в том числе и на Иванозере, такая интересная деталь, обслуживали эти путевые дворцы черкасы. Не русские люди, а черкасы. Причем все отмечали путешественники, что черкасы были необыкновенно опрятны. В чем была причина? Дело все в том, что, как оказалось, и это отмечают историки, Петр I был необычайно брезглив. И он строил путевые дворцы, населял их, так сказать, черкасами только потому, что он боялся насекомых, которые, конечно же, в изобилии водились во всех крестьянских избах того периода времени, и не только. Вот, собственно говоря, поэтому действительно Петр I, так сказать, вот даже благоустраивая вот эти пути, на свои, так сказать, сухопутные пути из Москвы в Воронеж, постарался придать им максимальную приближенность к тем местам строительства, которым придавал в то время огромное значение. Ну, несколько цифр, связанных с и имен, связанных со строительством этого канала. Поскольку действительно основными признанными мастерами шлюзового и канального строительства были в то время голландцы, ну, я не буду на этом останавливаться, все прекрасно понимают, что это действительно Голландия была страна каналов, и сейчас это страна каналов, поэтому, естественно, возглавляли строительство голландцы. Надо сказать о том, что параллельно с строительством Ивановского канала шло создание Вышневолоцкого канала. Если мы с вами посчитаем по прямой даже расстояние между Иванозером и Вышним Волочком, это расстояние примерно в 500 километров. Можете себе представить, и Гагарин в то же время как бы возглавлял и строительство Ивановского канала, и строительство Вышневолоцкой водной системы. Можете представить, какие пролеты были у них каждый раз, когда им вынуждены были по 500 километров делать, так сказать, пробеги туда и обратно.
И случайно Матвей Петрович Гагарин просил, так сказать, те казенные приказы, которые отвечали за, так сказать, почтовые тракты, за почтовое передвижение, чтобы лошадей Гагарину давали без подорожных, без документов, потому что действительно приходилось чуть ли не спать сутками в этих каретах, передвигаясь от одного канала в другому на столь далекие расстояния. Но опять-таки надо сказать о том, что действительно в отдельные времена, по подсчетам историков, к этому строительству на Иван-Озере было приписано 15 городов уездов Центральной России. Это был и Серпухов, и Мещовск, и Кашира, и Тула, и Венев, естественно, и Венев с Епифанию, и Серпухов. То есть практически 15 городов, 66 тысяч дворов было, то есть 66 тысяч дворов не только поставляли рабочую силу для того, чтобы, так сказать, вести это строительство, но и даже, так сказать, обеспечили гужевым транспортом, продовольствием, припасами для конной тяги. То есть действительно это была грандиознейшая стройка того периода времени. Ну, опять-таки, надо сказать о том, что вторая поездка Петра I, связанная с канальным строительством на Иван-Озере, была в феврале 1703 года. Но это она хорошо описана в мемуарах современников. Петр I вез своих гостей, в том числе иноземных посланников, по этой, так сказать, царской дороге из Москвы на Воронеж. Они посетили сам канал. Петр I ознакомился с детальным строительством самого канала, провел там 3 дня, но при этом он не только хвастался перед иностранцами, он проводил рабочие совещания, связанные, так сказать, с проблемами и с сложностями, техническими сложностями строительства. И надо сказать о том, что действительно, так сказать, эти сложности были, поскольку строили и зимой, и летом, естественно, были в антисанитарных условиях, в рабочих шалашах жили люди, то, конечно же, было массовое повальное бегство, связанное, так сказать, с тяжелыми условиями труда. Ну, что говорить о тех людях, которые были согнаны на это строительство, если месяцами мастерам не платили жалования, поскольку действительно, так сказать, казна напрягалась в то время достаточно прилично. Ну, и надо сказать о том, что действительно с этим каналом связано достаточно много того, что касается истории, общей истории нашей с вами России. Ну, с чем же были связаны, так сказать, сами работы на канальном строительстве? Дело все в том, что, конечно же, прежде всего, нужно было создать условия для того, чтобы можно было проводить купеческие суда, барки по этой водной системе. Для этого, конечно же, нужны были, так сказать, во-первых, что? Проведение масштабных земляных работ. Поскольку и само Иван-Озеро, и верховье Шата, и Дона были мелководными, то значительные работы были проведены именно в этих точках. Что было сделано? Ну, во-первых, было углублено Иван-Озеро. Оно было заключено в каркас из мощных земляных дамб. Оно было, так сказать, Иван-Озеро расчищено, значительно углублено. Для того, чтобы пополнить запасы воды в самом Иван-Озере, все окружающие родники и колодези были впущены непосредственно в само Иван-Озеро. Поскольку верховья и Дона, и Днепря, и Дона, так сказать, и Шата были очень мелкими, болотистыми, то вдоль и Дона, и Шата были прорыты рукотворные канавы, которые имели ширину 12 сажень и глубину 2 аршина. Такие каналы были построены на длину 23 версты. С одной стороны, сказать, это было, значит, от Шата, от Иван-Озера до деревни Петрова, нынешний, сказать, сейчас этот участок канала находится под Шатским водохранилищем. С другой стороны, Дон был канализован от Иван-Озера до впадения речки Бобрик, ну, современный город Донской на сегодняшний день. Надо сказать о том, что действительно, сказать, строились и временные поселки, естественно, заготавливались, подвозились материалы. Там, где это было необходимо, срезали речные петли, чтобы, сказать, упростить путь по речному руслу. Ну и, естественно, для того, чтобы поднимать уровень воды, необходимый для того, чтобы могли сюда пройти, на территории непосредственно всего этого канала, всего этого Ивановской водной системы, было построено в общей сложности 33 шлюза.